мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться Западом, осваиваться Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для Российской Федерации, физических военных угроз для Российской Федерации, чтобы Украина перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно и пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению неонацистской, нацистской идеологии, нацистской практики. То есть и демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся.
попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат нашої вражаючої кількість людей на площах Європи та інших континентах. І це надзвичайно важливо, бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами, не чують Україну. Он постоянно, президент перепутал. Вы закончили или нет? В самом Харькове обстановка стабильная. Нас обстреливают ракетами, градами. Мирное население прячется и живет в подвалах. Города идут боевые действия. Наши села, которые вокруг и рядом, и вчера были бои, и сегодня с утра были бои. Диверсионные группы заходят в Харьков для того, чтобы разрушать инфраструктуру. Но мы боремся с ними и побеждаем. На мост наверх и влево. Це така бойова бригада, що там багато не може. Вот сотамина. Она прилетела.